В детском саду номер 44 праздник. Здесь открылась новая просторная ясельная группа. Посещать ее будут 22 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Благодарю, да, за то, что все получилось в сроке. Да, и мы тем самым не поставили под угрозу выполнение национального проекта. Сейчас сад в Рождественском достраиваем. Мы в следующем году еще несколько пристроек у нас в планах. Дополнительную площадь удалось открыть за счет оптимизации. Вместо спортзала для занятий останется большой музыкальный зал. Очередь в детские сады для детей от 3 лет сейчас отсутствует. И у нас стоит следующая задача по национальному проекту «Демография» – решить проблему с теми детьми, которых родители хотят отдать в сад уже с 1,5 лет. И вот только в этом году мы вводим 170 таких мест дополнительных. Они идут у нас как компенсационные места по национальному проекту. И за счет этого мы получаем федеральные средства. На открытие новой группы из городского бюджета выделили свыше 1 000 000 рублей на ремонтные работы и 330 тысяч на приобретение мебели, игрушек. В общей сложности из городского бюджета на создание мест для компенсационных групп направлено 17 400 000 рублей. В данный момент мы ждем поступления из областного бюджета около 6 миллионов для того, чтобы начать ремонтировать группу при 65-й школе, которую откроем в следующем году. В настоящее время в очереди в детский сад среди детей от 1,5 до 3 лет стоят свыше 1000 человек. Этой проблемой городские власти занимаются всерьез. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.